Ну що ж, друзі, тепер офіційно, всім добрий день. Ви знаєте, чого ми сьогодні тут зібралися? Для того, щоб привітати нашого нового чемпіона світу у хевівейті після Володимира Володимировича Кличка. В принципі, Олександр Усик ті ж пояси і повертає в Україну. Всі ви вболівали, ми вболівали. Ну, я сподіваюся, всі за Олександра Усика. Тому вітайте, чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик! Також з нами сьогодні промоутер Олександра, Олександр Красюк, який так само плідно попрацював перед цим поєдинком. Якщо є запитання, я знаю, що вони є до обох Олександрів. Все це дуже скоро. Ну і, думаю, всі ви знаєте, напередодні, Саша, стало відомо про дійсно унікальну подію в українському спорті загалом. Олександр Усик став амбасадором відповідальної гри від бренду «Parimatch». Комунікаційна платформа відповідальної гри є єдиною легальною букмекера в Україні, покликана змінити культуру беттінга в нашій державі. Абсолютно і від самого початку. Вболівай серцем, грай головою. Більш детально про платформу і про роботу саме з Олександром запрошую пані Наталю Гілевич, CEO Parimatch Ukraine. Починати? Так, з Богом. Дякую всім, хто зібрався сьогодні у цій залі. Сьогодні я буду розмовляти українською, тому що серед нас є країни, Казахстан та Білорусь, які приєдналися та хочуть поспілкуватися з Олександром також. Саша. Да, здрасте. Ну, прежде всего, я поздравляю вас с этой яркой победой, этим грандиозным событием, которое вы привезли в Украину, не только в Украину, и прославили нас на весь мир. Наверное, каждая украинская семья в воскресенье стала немножко экспертом в боксе и обсуждала эту победу, яркий бой, и гордилась тем, что вы есть у нас. Вы знаете, я после поединка, когда уже прошли все процедуры сдачи допингов, пресс-конференции, когда я уже приехал в гостиницу, покушал, пообщались, там пришли друзья, пофотографировались, поздравили. Я принял душ и лег. Думаю, сейчас я классно посплю. Нет, я ошибался. И я на какое-то время в подготовке выключился из каких-то интернет-дел, то есть я практически не... Я и так не очень часто читаю какую-то информацию о себе, а тут я абсолютно выключился, я затарился большим количеством литературы и просто читал, делал какие-то записи в своем дневнике. И тут я думаю, так, ну, надо почитать, что пишут люди. Я очень благодарен большому количеству, каждому украинцу, который меня поддерживал, потому что такое количество поздравлений и такое количество
перед поединком, потому что, ну, можно сравнить, там, или мы вас поздравляем, или наоборот, то, что они писали мне перед боем, то, что Александр, мы за тебя молимся, мы хотим, чтобы ты победил. Так вот, вот эта поддержка, она очень сильно ощущалась, и очень-очень много видео мне показывали мои близкие, друзья. Это очень важная победа для, для нашей страны, и несмотря на то, что сделали это мы с моей командой, с Александром, с Юрием Ивановичем, с Серым Лапиным, который сейчас отдыхает, обожаю его, Андреем Борисовичем, Ярославом, Вадей, ну вот всей моей командой, это еще наша общая, каждого украинца, потому что это настолько внутри, знаете, как бы очень хорошо. И, естественно, много кого я огорчил этим, потому что немного, мало. Мы... Я хотела бы продолжить эту тему. Наверняка многие из вас знают, что букмекеры, мы как представители букмекерского бизнеса и ставок на спорт, очень точно и быстро определяют растущий тренд лояльности и доверия к определенному спортсмену, команде, либо клубу. И мы в цифрах видим, как сильно растет любовь. Например, если мы возьмем события чемпионата Европы, которые мы встречали этим летом, то коэффициенты на 1/4 Украина-Англия были высокие. То есть шансы победить Украины были низкие, но при этом больше половины украинских игроков поставили на победу. Это показатель того, что патриотизм, уважение к команде был выше логики цифр. Саша, вопрос к вам. Как вы считаете, какая доля украинских игроков поставила на вашу победу, учитывая, что прогноз букмекеров был пессимистичным? Ну, я знаю, что лили на меня очень сильно, потому что верили. Вот я реально это знаю, потому что у меня есть с некоторыми моими знакомыми общение, которые вот просто показывает мне чек, он продал машину, как бы, и говорит, я вот просто поставил. Я говорю, братан, это единственное вообще, что у тебя было, ты с этого как бы зарабатывал. Он говорит, хочу новую, и мне кажется, я это сделаю. Саша, и мы в этом вопросе сможем помочь вашему другу рассказывать об ответственной игре, о том, что продавать точно ничего не надо. Я ему об этом говорил, и, кстати, это один из моих месседжей, то, что нужна очень холодная голова при том, когда ты играешь, потому что я не помню, в каком-то одном кино, что говорится, вся жизнь игра, а мы в ней только актеры, так что надо быть подготовленным к этой игре и сломя голову, естественно, этого не надо делать. Единственное, что можно делать, сломя голову, это купить своей жене букет цветов и своим детям коробку конфет и быстренько щемиться домой и подарить им это. А играть надо очень расчетливо. И все же, вернемся к моему вопросу. Какая доля украинских игроков поставила на вашу победу? Большая. Ну, я не могу просто в цифрах. Саш, 80% игроков поставили на вашу победу. Это колоссальный показатель, это та цифра, которой вы можете гордиться. Это безумная любовь, фанское движение за вас, респект. Продолжайте любить и поддерживать вашу аудиторию, которая вас вдохновляет. А я их все 100% люблю. Даже ту 20-ку, которую они ставила. Нет, была же еще часть людей, которых поставила на ничью. Совершенно верно. А там просто кэф был больше, они хотели больше денег. Но... Две машины хотели. Ну, как... Александр Усик стал на прошлой неделе нашим амбассадором ответственной игры. Мы подписали глобальный контракт сроком на 2 года. И уже сегодня вы слышите, почему это произошло. Саша является олицетворением тех характеристик, которые являются неотъемлемой частью ответственной игры. Это управление своими эмоциями, холодный разум, дисциплина, самоконтроль. Это все черты, которые присущи Саше, поэтому он стал первым и единственным амбассадором ответственной игры в мире. Это важный факт, который мы подчеркиваем, и уверены, что вместе мы сможем менять отношение к индустрии азартных игр, делать ее более безопасной и подчеркивать важность правильности игры. Мы рады и горды, что Саша присоединился к нам. Спасибо. Уверены, что с чемпионом мира по боксу
мы точно сможем показать положительный результат и идти верно на пути в этом важном, но непростом проекте. Спасибо. Еще мы с компанией Parimatch будем развивать спорт детский. Мы общались с одним из представителей Parimatch о том, что вот одна из задач не только чтобы люди правильно подходили к игре, а еще развитие детского спорта, потому что не может быть взрослых чемпионов, если нету маленького. Надо растить своих чемпионов, и мы очень серьезно к этому отнесемся и будем стараться всячески способствовать росту спорта в Украине. Не только бокса, друзья, а всего спорта. Спасибо. Дякую, пані Наталю. Ми готові розпочинати. Саш, тепер мої запитання. Так, Володимир, ти сюди. Іду. Я не читаю запитання, Саш. Саш, всі ми, в принципі, бачимо, як виглядає новий чемпіон світу. Що він відчуває? Кому? Випити водички кому просить. Вода мішає? А, пляшка. Ну то вам. Не тільки мені, то всім. Серйозно? Але про це сказали тільки ви. Не треба боятися. Ви, кстати, на нормальному розстоянні, я не достану туди. Я безкоштовно людей зараз не б'ю. Так, як виглядаєш, ми бачимо. Так. Чудово. Що відчуває чемпіон світу? Щось змінилось? Трошки шрам болить. Є мікрофон, Саш. Звини, вибачаюсь. Шрам чуть-чуть болить. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А все інше? Вообще не болить, все нормально. Ну, прям радується, внутрі радується, все, слава Богу. Кольори зараз такі, от, знаєш, під той костюм на прес-конференції. Хороший костюм був, да? Мені... Це було? Всі говорять, що Джокер. Хто всі? Полювальники? Вболевальники. Да. Ну смотрите, во-первых, вернемся обратно. У него в фильме были белые носки. У меня не было белых носков. У него не было галстука. И цвет моего костюма был чуть-чуть краснее, как шаровары из одного кошевых атаманов. Только это? Ну, наверное. А що там внутрі було? Там внутрі був такий парубок лисий, такий файний. Ну, образ та, естественно, ну, як придумати в мірі, все придумано вже, що можна ще придумати? Ні, у мене, звісно, є наброски, ну, подожди, ще рано їх видавати. Ближче до реваншу. І подожди. По реваншу вопрос к Саше. Не к этому Саше, к тому Саше. Это. Все мои наброски, кстати, в зале. Где, Валентин тут где-то? Тут, тут. Он-то тоже знает эти наброски. Там, в телефонах у вас эти наброски есть. И все. Ты никому просто не говори, и все. Відчуваєш, що новий чемпіон світу у хевівейті? Я знаю, що мрією твоєю насправді були Олімпійські ігри. А стати чемпіоном у хевівейті – це всього лиш ціль. Так чи ні? Чи що змінилось? Нет, ничего не поменялось. На самом деле так и есть. Я не помню, Алекс помнит, не помнит, или ты просто чуть ставил. Я когда вышел в ринг, уже стоял в углу, и там объявили Энтони, там салюты, там все это начало биться. Я так смотрю на стадион. Безумное большое количество людей, фонарики, фух-фух-фух. Я не помню, Андрей Борисович, Сереге говорю, что вот то, что сейчас происходит внутри меня, я это представлял себе в своих снах, когда мне было там 18-19 лет, когда я готовился там на чемпионат Европы по аматорам, на чемпионат мира. Засыпая, я вот думал себе там о каком-то большом стадионе, много фонариков,
какие-то лучи света, вертолеты, ну вот что-то. И я вот стоял и такими очень широкими глазами смотрел на все это. Это вот это такое дежавю, да? Ну так оно называется. Ну, насправді Олександр робив свою роботу з командою у тренувальному таборі, а велика закадрова робота була у промоутера Олександра Красюка. Олександре, що найважче було в організації поєдинку, от окрім того, що все ж таки отримати від Ентоні Джошуа ок? Цього оку не було більше року, спочатку захищав титул проти Кубрата Пулєва, і це не стало новиною, що спочатку буде він, але що було найважчим? Здравствуйте. Отвечая на вопрос, что было самым сложным, нужно разделить его на несколько составляющих. По организации самого поединка сложностей в принципе никаких не было. С Эдди Хёрном мы работали, сотрудничали достаточно давно. Мы были копромоутерами Александра на протяжении 3 поединков. У нас абсолютно полное понимание, мы примерно одного возраста и называем себя промоутерами New Generation, не Old School, а нового поколения промоутерами. Поэтому наши цели, они в принципе совпадали. Мы, наше видение, в принципе, построение бокса как бизнеса, оно тоже совпадает. Мы не являемся рабовладельцами, условно говоря, боксеров, а мы обслуживаем, то есть боксер для нас является клиентом. И наша задача была сделать так, чтобы наши клиенты были максимально довольны. И в связи с этим сложностей по договорным обстоятельствам у нас никаких не было. Но есть представители старых школ, и это, как правило, организации WBO, WBC, IBF, ну все четыре, которые, ну, еще не до конца перестроились к новому миру, к новому течению в бизнесе. И очень часто мы, я не скажу, что это были палки в колеса, но это были обстоятельства, которые нам не помогали. Поэтому и с момента, как Александр стал обязательным претендентом, до момента, когда состоялся бой, прошло 2 года. Это много. Но прошло и прошло. И слава Богу, что мы получили шанс, слава Богу, что этот бой состоялся, и слава Богу, что он состоялся именно так, потому что в результате никто из нас не сомневался, а вот то, что идет внутри с 1 по 12 раунд, именно это остается в памяти всех болельщиков, именно это делает чемпиона народным чемпионом. Дякую, Олександре. Ну, я можу довго ставити запитання обом Олександрам, але у вас є прекрасний шанс. Давайте по одному розпочинати, піднімати руки. Є дівчинка прекрасна з мікрофоном. Андрій Ковальський. Дякую. Перш за все, дозвольте привітати з перемогою. Причому обидвох Сашків, тому що перемога обох. У мене питання теж до двох, до Сашка Усика. Тайсон Фьорі казав перед вашим ще поєдинком, що Усик непростий хлопець, і в попередніх двох поєдинках він щось приховує, і він не до кінця показує, наскільки він класний, щоб завести в оману Джошуа. Наскільки це правильно, чи справді він побачив те, що ви приховували в перших двох поєдинках? І до Красюка. Сашко, скажи, наскільки реально, що реванш буде в Києві, тому що Хірн сказав, що в лютому на НСК Олімпійському, ну, погано битись. Вибачаюсь, будь ласка, так трошечки за Сашка скажу. Звідки Хірн? Мікрофон, знає, Саш, мікрофон. Звідки Хірн знає, що в лютому на НСК Олімпійські погано битися? Він що, бився в лютому на НСК Олімпійські? Погадується, напевно. Ну, пошаткували і досить. Смотрите, по поводу того, что Тайсон Фьюри говорит при ведущей поединке, там и многие люди оценивали там по предыдущим поединкам. Есть ряд причин, по которым я выглядел не совсем так, как хотелось бы мне, и, наверное, так, как хотелось бы моим фанатам и зрителям. Есть, допустим, если взять поединок с Дереком Чесорой, то я готовился к нему, наверное, 8 или 9 месяцев, останавливали 2 раза лагерь. В это время я перенес
операцию на руку и заболел той заразой, которая сейчас пугает весь мир, и выздоровел, и это все произошло за 8 месяцев, так что я не говорю, что из-за этого конкретно я выглядел там как-то плохо или не очень хорошо, но ряд причин, по которым это могло произойти, так и было. Ну, мне кажется, глупо оценивать человека по каким-то предыдущим его играм или боям, потому что, ну, все же меняется, делают... Многие люди, ну, может быть, и не многие, делают какие-то работы над ошибками и не повторяют какие-то глупости. Отвечу так. Мы до тебя было запитание. Да, я немножко добавлю. Действительно, после боя с Дереком Чисоро, несмотря на то, что это был пик пандемии, несмотря на то, что был пик карантина, этот бой был без зрителей. В гостях у нас был Энтони Джошуа, он сидел в первом ряду, он наблюдал за поединком Александра. И небезосновательно предположу, что этот поединок в уме Джошуа, в его сознании... фактически перевесил принятие решения в пользу поединка с Александром. Потому что он уже после боя, мы видели в его социальных сетях такой пост, что если ты, он цитировал одного из боксеров великих, если ты хочешь быть великим чемпионом, избегай поединков с левшой, а тем более с хорошим левшой. Но тогда, в принципе, принял для себя внутреннее решение. Он еще долго сомневался с момента, когда был оглашен решение арбитража, было и то, что поединок Фьюри Джошуа не состоится, и что и следующий поединок должен быть с Александром. Джошуа более 2 недель принимал решение все-таки отказываться ли ему от пояса WBO или нет, или все-таки выходить и драться с Александром. Что касается реванша, реванш у нас был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джоша. Но вот я помню, когда мы с Александром обсуждали этот вопрос по поводу реванша, он не огорчился, наоборот. Обрадовался, наоборот. Еще раз повторить, что сначала. Это, кстати, не я, тут нету кнопки. Я в микрофон, Саша. Бам-бам. Он, наоборот, обрадовался, потому что он сказал: класс, побью Антоху 2. Не надо говорить. У меня просто нет этой штучки. Вот, касательно, у нас есть ограничения... У нас есть ограничения по времени, в рамках которых должен состояться реванш. И те даты, которые Эдикен на пресс-конференции объявил... Давай третий. Те даты, которые Эдикен объявил на пресс-конференции... Микрофон надо? Раз, раз, раз. И те даты, которые приблизительное время, которое Эдикен объявил на пресс-конференции после боя, что это февраль-март, это действительно так, потому что в рамках этого периода состоится реванш. Не знаю, давай в 2 буду. Должен состояться реванш. Зима, олимпийский, зима, февраль. Ну, может быть, если будет, например, плюс 20, было бы комфортно. Но я вспоминаю первый поединок Александра на стадионе. Это было Львов-арена, октябрь, 4 октября, если я не ошибаюсь. И температурка там была, ну, такая, плюс 5. Свежо и в полотенечке, и в пледике, в жилеточке. Конечно, когда в ринге находишься, пар идет, но... до ринга или возле ринга посидеть было некомфортно. В любом случае, мы работаем над тем, чтобы... Ну, вы же наши фанаты, вы же наши болельщики, вы наши отечественники. Мы точно так же украинцы, и мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта. Далее. Александр, здравствуйте. Вести UA, с победой вас.
Как вы считаете, почему украинская власть наделяет себя правом критиковать и буквально вызывать на ковер спортсменов, которые делают фото с представителями России, но не видит необходимости транслировать топ-1 бой украинского боксера хотя бы на одном телеканале? И как вы думаете, на каком ресурсе смотрел ваш бой президент? Так, а Саша до трансляции какие отношения имеет? Я спрашиваю его мнение просто. Я не знаю, по какому телеканалу смотрел мой поединок президент. Имеет ли она право критиковать? Критикует меня или нет? Это все хайп. Люди сейчас заражены хайпом, которые хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я просто понимаю, о чем вы говорите, и я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Ну, трошки хворі, ну что тут зробити? Я не знаю, я же не могу сказать, если бы я работал в этой сфере, то я бы вам сказал, что с трансляцией или я не знаю. Я вообще считаю, что как бы частные спортивные мероприятия никак как бы государству, мне кажется, не относятся. Ну, может быть, если какие-то бы представители власти, ну, прям очень сильно, как бы, любили бы это или хотели бы это как-то, ну, показывать, то могли бы, ну, как-то сделать. А так, ну, вообще, короче, ну, ни о чем вопрос, если честно. Я просто не знаю, я не могу ответить, я просто заблужу сейчас и, ну, какую-то ересь начну говорить, потом скажут, ого, намолол вообще. Вот просто не могу ответить, потому что не компетентен в этом. Я два слова добавлю. Вы смотрели бой Александра Усика? Не смотрели? Да. То есть вы не видели, как Александр Усик победил? Я заплатил на один онлайн-сервис, который предоставлял официально легальную трансляцию в Украине, где они повторили. Не смогли посмотреть, да? Понял, спасибо. А повтор посмотрели? А? Повтор смотрели? А, то есть видели, как Усик победил? Да. Понравилось? Спасибо. Девушка уже, блин, третий раз тянет. Саша просит дівчині надати слово. Вітаю, пане Олександре. Кримська редакція «Радіо Свобода» та українська редакція «Радіо Свобода» вітають вас із титулом чемпіона світу. Запитання наступне. Скажіть, будь ласка, якщо ви правильно підрахували журналісти, ви заробили за цей бій від 4 до 5 мільйонів фунтів, ваша команда. Як плануєте витрачати ці гроші? І чи плануєте святкувати перемогу з кримською частиною своєї родини та своїх друзів. І запитання до Олександра Красюка. Скажіть, будь ласка, ви казали, що наступний бій, реванш, гонорар буде ділитися 50 на 50 із командою Джошуа. Які у вас ставки, тобто про які суми йтиметься? І чи зможете зробити з кримчанина Олександра Усика самого оплачуваного бійця в історії світу? Саш, давай про святкування. Гарне запитання. За количество денег я еще вам не могу сказать, потому что, ну, это то, что пишут в интернете, то, что кто-то знает, да, знатоки и все остальное. Хотелось бы гораздо больше. Да, хотелось бы гораздо больше, не могу вам сказать, но чтобы не обмануть. Святкуватый, конечно, я уже это начал, друзья мои тоже это начали. Будем святкувать, салют стрелять. Вообще надо потренироваться как бы завтра еще. Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой. Естественно, я хочу увидеть тренера, я хочу увидеть кумовей, сестру, зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться, научил боксировать, научил размышлять, прощать перед тем, как бить.
То есть просто сделал из мальчишки мужчину. Куда за месяц? Что вы кажете? За месяц. Через месяц. Не можу вам сказати, не знаю. Якщо я не помиляюсь, питання про гроші, так? Так. І не тільки у вас. Найоплачуванішим. Найвисокооплачуванішим спортсменом мене у світі. Ну, було б супер. Дивіться, справа в тому, що не промоутер робить боксера найоплачуванішим, а саме боксер робить самого себе найоплачуванішим, а промоутер обслуговує його інтереси таким чином, аби жодних перепон на цьому шляху не було. І що стосується найвисокооплачуванішого спортсмена світу, це не лише спорт, це не лише успіхи, це поєднання багатьох складових, це поєднання спорту, перш за все, те, на чому це базується, це поєднання харизми, це поєднання людських якостей, це поєднання ставлення до фанатів у будь-якій країні світу. І все, що робить Олександр, я просто спостерігаючи збоку на це дивлюся, це так само, як я згадую років 10, мабуть, тому назад, чи 15, як я познайомився з братами Кличко. Віталій говорив, що я це на власні очі спостерігав, що він покидав прес-конференцію ледь не останнім. Він покидав публічні заходи ледь не останнім, тому що він фотографувався з кожним, він давав автограф кожному, він давав інтерв'ю кожному. Задля того, аби лояльність, тому що він казав, що хто такий я без своїх фанатів. І я спостерігаю за Олександром точно таке саме ставлення, тому що велика повага до фанатів, велика повага до людей, які вболівають, до засобів масової інформації, про людей, які висвітлюють ці події. І це стосується не лише нашої країни, а ми вже, слава Богу, побоксували на різних континентах, в різних країнах. І саме таке лояльне ставлення, саме таке ставлення з розумінням, воно формує бажання, спонукальний мотив людей платити за перегляд трансляцій, платити за квитки, просто платити за купувати одяг бренду, просто ставати фанатом і наслідувати цей приклад. Тому для себе я поставив таку мету. В нас є бажання зробити Олександра топовим світовим спортсменом, хоча він вже є топовим світовим спортсменом, але в нас ще багато роботи попереду. Давайте далі. Чому людей так турбують на перший погляд гроші? Ну чому? Гроші. Почому чоловіка не беспокоїть його внешній вид, його мозги, я не знаю, його інтелект, його поведення в обществі, або к определенним людям, або к дітям, або к животним, або вообще к окружающему миру. Почему мир настолько сошел с ума, что вот гроші, они закончатся, это все временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу, это те все ваши дела, которые вы сделаете по жизни. Проходя мимо Барбоса, не пнули его ногой, или бабушку перевели через дорогу, или наоборот, когда вас хаят, вы пойдете и за них и помолитесь, потому что мы все заражены грехом, все, абсолютно все, верующие, неверующие, вот такой мы народ, мы как бы падший народ, прародители наши вот вкусили яблоко и вот так вот пошло, а у всех на устах деньги. Они, это временный фактор. И понимаете, чем больше денег, тем больше их хочется. Есть такая очень мудрая пословица, когда я ее когда-то где-то прочитал. Я не знаю просто, кто это сказал, я дословно переведу ее, что деньги – это хороший слуга, но плохой господин. Вот надо контролировать желание иметь много денег. А если у вас их много, то поделитесь с кем-то, но не просто отдать их, вот на тебе деньги, что тебе нужно?
Наверное, тебе нужна обувь. Отлично, на тебе обувь. Удочку давать. Не рыбину, а удочку. И тогда вот от этого вообще тогда кайф и внутри, и вообще. Так что... Да всех сколько ты заработал. Бабки, бабки, бабки. Для того, чтобы понять хотя бы, я просто, ну вот... Простите, что я отвлекаюсь и там, может быть, умничаю по этому поводу. Но тут большая часть моей команды в зале, кого-то вижу, кого-то нет. С 23 января мы с Валентином Литвинчуком зашли в зал. Никого в зале не было. Был я, Валик, Вова, еще пару людей. И мы начали потихонечку умирать там в зале. И каждый день, каждый божий день мы в зале просто выжимали себя. Не ходил я в зал только в субботу и в воскресенье. Принципиальная позиция. Да, так вот, я не думал о том, сколько я заработаю или сколько у меня будет. А я потихонечку тратил. И я не ждал какого-то возврата. И ребята, которые со мной рядом, команда и все остальные, они видят, что это все не ради Бенджаминов или гривночек родненьких. Это ради того, что вот тебе это надо. Это доза. Это эндорфинчики в голове. Вот надо. Почему люди приходят в зал? Потому что они уже не могут без этого. Вот этот прессик, вот это подтягивание, когда у тебя вот тут вот посрывались руки, кровь течет, а он сзади говорит, ну давай еще один, ну еще один, и вот каждый раз. Это все бабки, деньги, ловел. Да не думайте о бабках. Да я не знаю. Я хочу больше. Просто ловел. Есть песня, да, такая? Лаве. Мабуть, вже є. Ні, є. Друзі, давайте далі. Тільки не забувайте, що Олександр в першу чергу спортсмен. Добрий день. Давайте не про гроші, давайте про пояси. Мене звати Анна, правда, тут. Я б хотіла все-таки дізнатися щодо п'ятого поясу для того, щоб вам стати абсолютним чемпіоном світу. Це WBC, якщо я не помиляюсь. Які плани, чи є вже домовленості, і чи не доведеться нам там ще 2-4 роки чекати бою за цей пояс? Доброго дня. Ви знаєте, я не хочу чекати 2-3 роки. Тут дуже багато 2-3 роки чекати. У мене на даний момент є 4 пояси, да? 3 основних – це WBA, BA, WBO і IBF. І четвертий… IBO. Це не є самим основним поясом, правильно? Це виходить, що… Еще дополнительный, да, вот есть 4 пояса. Так вот, четвертый основной пояс на данный момент находится у Тайсона Фьюри. У них ближайший бой с Дентеем Уайлдером. А у нас с Энтони, так как у нас перед этим поединком мы подписывали контракт, у нас с ним матч-реванш. Разговоры о... объединение этих поясов могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Дентеем Уайлдером, и у них там определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было уже на протяжении, если я не ошибусь, около 30 лет, да? Я, честно говоря, не припомню, был ли супертяж, который владел всеми 4 поясами, потому что Холифилд и Тайсон были абсолютными, когда еще не было WBO, это было 3 пояса. Ну, как-то так. А с кем бы вы хотели больше побиться, с Тайсоном Фьюри, чи кто там меньше, я не помню? Дентей Уайлдер. Вы знаете, все зависит от того, вот как они отбоксируют, ну там, кто с кем, с тем, у кого будет пояс. Просто нам, українцям, хотілося б, щоб все-таки Ф'юрі хтось пику натовк.
как украинцу это... Олександр. Да. Саме цікаве, що у Ентоні було більше джебів. Він і більше включав джебом, і більше викинув його, відповідно. От скажіть, будь ласка, як ви відчували ці всі удари? Тобто ми знаємо, що Ентоні ну реально машина, глобально кажучи. Його джеб також витримати дуже важко. Тому хочеться, щоб ви зі своєї сторони, зі своєї думки, як боксер, який вже відчув цю силу, дали свою думку щодо того, як, наскільки потужний Ентоні Джошуа, наскільки потужний в нього той самий джеб, яким він вже неодноразово відправляв суперника в нокдауни. І ні одного суперника. Або Олександр... А, хорошо, добре, давайте. Не знаю, про що ви говорите, але, мабуть, так. Я по поводу статистики і остального. Достаточно... Ощутимые удары, это можно посмотреть и на мой фейс, хотя рассечение было. Все, извините, пожалуйста. А, вот оно в чем. Да, рассечение было, допустим, когда мы ударили с ним головами, и потом легенький удар его джепа доразбил бровь, которая заливала... Мой правый глаз кровью. Но все, слава богу. Не буду скрывать, что были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску. Но я очень быстро возвращался. Наверное, в бою такой высокий, так зашкаливает адреналин, эмоции, что ты, наверное, это ощущаешь уже после боя, какую-то боль, крепатуру там и все остальное. Там в ринге ты очень сконцентрирован на своих действиях. Я вам хочу сказать, хочу очень сильно поблагодарить свою команду. Юрий Иванович где-то тут, я знаю, что он не очень любит эти камеры. Юрсан, спасибо. В какой-то из раундов, мне кажется, в третьем, я достаточно неплохо влучив Энтони в щелепу. И это как-то внутренне очень сильно так завело, когда я кинулся и начал наносить какие-то необдуманные удары. То есть, когда я сел в углу, Юрий Иванович говорит: «Воу-воу-воу». Ты как бы соберись, остановись и выполняй задание, которое мы с тобой нарабатывали. И я так действительно вернулся оттуда и продолжил те наставления, которые я слышал из своего угла. Так что команде спасибо большое, они очень сильно меня терпели все это время. Прям реально у меня было пару раз, я прям... взрывался, ну это нормально, это вот эмоциональные какие-то вещи, которые просто, ну там, когда ты 3 месяца в закрытом помещении с одними теми же людьми, которые указывают тебе, что делать, тебе приходится смиряться и делать это, потому что это нужно для победы. Дякую. Треба час. Я вам можу відповісти на це. Треба час. Після поєдинку від 4 до 10 днів. Але деяку цікаву інформацію я все рівно маю. Не кажи. Чому? Станом на... В четвер я записував інтерв'ю для програми Box Office із Едді Гёрном. І ми мали можливість непогано поспілкуватись. Його слова песимістичний, тому що Sky Sport завжди дуже песимістичні прогнози видає.
вже з тої статистики, яка була на четвер, очікували близько 900 або 1 мільйона, тобто близько 1 мільйона. Прогноз Едді був 1 100 000. Мій прогноз був понад 1 100 000. Зараз точної інформації немає, але одне можу сказати. Кличко Джошуа було 1 145 000, якщо я не помиляюсь. Я думаю, що цей поєдинок має побити цей рекорд. Дякую. Коротке запитання, Саш, до тебе. У нас триває міжнародна трансляція цієї прес-конференції. Запитання з Казахстана. Так. Тобі допомагав один зі спаринг-партнерів Нурсултан Аманжолов. Так. Він екс також спаринг-партнер Ентоні Джошуа. Наскільки з ним було складно, і знаєш, чи ти знаєш, що у тебе досить велика армія прихильників і у Казахстані? У тебе добрі спогади, я знаю, про Казахстан. Казахстан Алга. Да, Казахстан Алга. Я боксировал даже за один казахский клуб. Меня как боксера. Как в футболе, если приглашают. В аренду ездил. В аренду, да, в аренду ездил. Легионер. Спасибо. Как легионер боксировал за один казахский клуб Кустанай. Не один раз там боксировал, очень, очень замечательная школа бокса, очень замечательные фанаты и люди. Да вы знаете, в спаррингах мне вообще в принципе было нелегко, их было очень много, они все были большие. Юрий Иванович им давал задания, чтобы они меня буцкали. И они это делали, и у некоторых их это получалось. Каждому моему спарринг-партнеру, который помогал мне, большое спасибо, потому что каждый из них, ну, внес какую-то маленькую частичку победы. Так что я очень благодарен каждому своему спарринг-партнеру. Я очень сильно, ну, с уважением к этим ребятам отношусь. И все круто. Дякую. Ваші запитання. Єдине попрошу, одна людина до одного з Олександрів. Так дуже довго будемо сидіти. Прошу. Добре. Але два запитання, але вони невеличкі. 24 канал, Олег Климчук. Повертаючись, ну, власне, до теми вашого поєдинку. Після поєдинку Ентоні Джошуа сказав, що ви його, власне, нічим практично не здивували. Ви були легші, ви були швидші. Так, ви в нього перемогли, однак ви доволі багато пропускали, і тому він сказав, що в принципі до матчу реваншу все, що йому треба, лише навчитися вас влучати трошки більше і ще сильніше, і по суті діло в шляпі. Відтак запитання, а що ви помітили за Ентоні, що може вам допомогти його нокаутувати в матчі реванші, а також от в останньому поєдинку, в 12-му раунді, багато хто помітив, що от останні секунди там була така невеличка заминка буквально перед гонгом. І багато хто каже, що ви могли в той момент нанести, можливо, навіть вирішальний удар і нокаутувати Ентоні, але ви чомусь зупинились. От чому так сталося? Дякую. До тебе. Ну, єдине, що, от наскільки я знаю, там насправді була помилка телевізійному, а від гонгу до гонгу було рівно 3 хвилини. Те, що мені відомо. Трішки додам з цього приводу. Секундомір був вімкнений в момент, коли рефері сказав «бокс». І тому що це був 12-й раунд, і рефері запросив хлопців привітати один з одного з останнім раундом. Це нормальна практика. І в цей момент був вімкнений секундомір. І з моменту гонгу до моменту вимкнення секундоміру було 5 секунд, тому що нас це питання також хвилювало, і ми наступного ранку з секундоміром все проміряли по трансляції, і дійсно від гонгу до гонгу рівно 3 хвилини. Да, все хорошо. Саня відповів. Я ще про Ентоні Джошуа запитував. Ну, наши слова после пресс-конференции, там, что кому надо. Будем трудиться, будем нарабатывать. Мы посмотрим с командой поединок попозже. Все запишем, все детально изучим. И постараемся стать еще чуть-чуть лучше. На чуть-чуть. Ну,
Чи може ви можете сказати, ну чого саме не вистачило, аби перемогти Ентоні Джошуа в цьому поєдинку? На чим вам ще потрібно попрацювати? От що ви помітили в першу чергу? На чого? Він же ж переміг. Ну, нокаутом. Чи ви такий кровожадний, скажіть мені, пожалуйста? Ну, переміг, все, слава Богу. Победа есть. Почему обязательно, чтобы человек падал? Вы представляете, смотрите, у него есть там родные, близкие, мама, папа, как бы, ну, это как бы, ну, большой кусочек здоровья минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания, как бы. Я вообще, если честно, ну, не за то, чтобы люди падали без сознания, а потом вставали, забывали, какой сегодня день, там, приходили в чувство. Ну, провел поединок, все, 12 раундов отбоксировали, великолепно, красочно, ну, людям понравилось, все замечательно, все good. Ну, не было нокаутов, ну, и слава богу, что их не было. Чуть здоровее будем с Антохой, да и все. Дякую. Прошу. Віталій Ткачук, Курінформ, вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, яка роль була у підготовці до бою в Анатолія Ломаченка, і чи впливав він якось безпосередньо на перебіг бою? Дякую. Анатолій Ніколаєвич завжди в темі. Знаєте, є там процесор, який працює, а є той, хто зробив цей процесор, який працює. Так от. Естественно, Анатолий Николаевич, ему большое спасибо, честь и хвала этой семье Ломаченко за их участие во всех моих поединках и в жизни моей тоже. Я с Анатолием Николаевичем постоянно был на связи, он был у меня в тренировочном лагере. И когда он не мог присутствовать в тренировочном лагере, мы были с ним на связи. А больше с Юрием Ивановичем он был. И в момент, когда субботнего вечера, мы очень долго с ним разговаривали. И Анатолий Николаевич, знаете, давал информацию, как флешку вставляет в компьютер и закачивает на нее какую-то информацию. Так вот я через телефон, через видеосвязь получал эту информацию, какие действия нам нужно делать. Так что Анатолий Николаевич очень много для этого делает, но такой человек, который очень остается в стороне, потому что не меркантильный, и все вот эти вещи, которые нам нужны, мирские, он очень грамотно к этому относится и старается от них быть подальше. Ще є запитання? Так, є до запитання. Можна? Да. До пана Олександра Усика у мене питання. Ви сказали, що після поєдинку там пройшов деякий час і почали дивитися, що ж пишуть в інтернеті. Так от, чи слідкуєте ви за рейтингами світовими? Я знайшов як мінімум дві зміни у світових рейтингах. Ви після бою з Джошуа очолили список найкращого боксера саме у суперважкій вазі і зайняли, перейшли з четвертого місця на друге місце перескочили за найкращий боксер незалежності від вагової категорії. Скажіть, будь ласка, ці показники, взагалі те, що ви продвигаєтесь у рейтингах, вас якимось чином тішать, чи взагалі ви слідкуєте за такими списками? Дякую. Дякую за запитання. Ви знаєте, не тішать. Ну, є і є, слава Богу. Знаєте, що мене тішить? Коли мій син йде до школи і не плаче. Ну, ж не так йому не подобається йти до школи, я не знаю. Він каже, я не хочу туди ходити. Я кажу, син, треба, це взагалі круто ходити в школу. Получається, що я його чуть обманываю, тому що я теж не хотів ходити в школу. Якщо це є, допустимо, да, це последствия того, що з нами відбувається. Тобто ми з Божою допомогою одержали победу, в таку громку победу з таким дуже відомим і сильним спортсменом. И вот эти все дальнейшие там повышения рейтингов, интервью, разговоры, это все последствия от того, что ты делаешь, от твоего труда. Наверное, это хорошо, наверное, это круто, но слава богу, я вам так скажу. Я как-то
чтобы кичиться этим или кричать и бить себя в грудь, что я поднялся в рейтинге pound for pound там, или я на первом месте там-там-там. Как-то я спокойно к этому отношусь. Давай ты далее, да? Українські національні новини. Вітаю вас. Олександре. Олександре, вітаю вас. Питання таке. Підкажіть, будь ласка, ви коли прилетіли до України, ви сказали, що хочете відпочити, хочете поїсти той їжі, яку не можна було. Після того, як відпочинете, коли повертаєтеся до тренувань? Взагалі, я планував завтра вже сходити на тренування, тому що треба. Не можна різко зупинятися, тому що серце скаже: «Саня, ти здурнів». І в суботу я планую побігати, зробити кардіо, крос, тобто це треба зробити. Що я ще не поїв того, що я хотів, але я вже більш підсолюю їжу. І сьогодні зранку я вже так засолив яєшню, так нормально багато солі накидав, так як я люблю. І пив воду, яку мені не можна було пити. Я не хочу її рекламувати, тому що вони мені нічого не платили. Так, гроші. Але вже воду, ту, яку мені не можна пити, я вже пив. Олександре, це якось пов'язано з підтримкою форми просто, чи це як пов'язано вже з підготовкою до реваншу? Ні, я просто ще не знаю, коли буде реванш. Дякую, Володимир, що ви мене зараз товкнули отак мордою в муку. Протягом півріччя я їв ту їжу, яка мені приносила тільки силу і користь. А не насолоду, так. Да. І тобто, коли вже відбуксуєш, коли вже нема режиму підійматися зранку, нема режиму, такого чіткого режиму тренувань, то можна вже дозволити собі трошки. Але з формою, ви знаєте, мені взагалі подобається бути в гарній формі. І я що старше стаю, то менше вже дозволяю собі якихось солодощів чи бляха-муха таких вкусняшечок. Дякую. Можна без мікрофону, але... Я не могу оценивать судей, потому что, ну, я... Как я могу судить судей, если я сам не являюсь судьей, это первое, то есть это их дело, это их решение, организация приглашает их, и они, был ли я уверен, я просто пытался, не то что пытался, я просто делал то, что мне требовал от меня мой угол, думал ли я о победе. Я просто думал о том, что вот надо сделать вот это, вот это и вот это. И в 12-м раунде, там уже, наверное, ближе к завершению, там после полторы минуты, которые прошли, еще осталось полторы, то есть я уже, ну так, очень сильно активно начал делать свои действия. Думал, я вообще о судьях, если честно, не думал. Вы когда в ринге, я не знаю, что должно произойти, чтобы ты думал про судей там или еще о чем-то, когда в тебя летят такие гранаты, много-много гранат, которые хотят взорваться в твоей голове там или возле живота, то ты вряд ли будешь думать о судьях. Я думал о том, как выполнить, как мне нанести джеб получше, как достать левой рукой, как не остаться там вот и не пропустить навстречу, уйти, сделать шаг назад, сделать повторную атаку. Вот что было в моей голове. Но о судьях я точно не думал. Да. Добрый день, Александр, Павлова Елена, обозреватель. После боя вы передавали привет своей дочке, и вот у меня такой вопрос. Ваши дети уже смотрят ваши поединки, и как вы к этому относитесь? Ведь все-таки не только вы бьете соперника, но и вас бьют.
Да, вы правильно заметили, не только мы бьем соперников. Да, дочь очень сильно переживает, я разговаривал с ней в день моего поединка, она, я видел, что она, ну так, переживательно очень сильно к этому относится. Да, она смотрела первый, второй, мне кажется, раунд, потом она ушла куда-то, ходила-ходила и пришла там вроде бы к восьмому, там ходила с моей мамой, мама вообще не смотрит, как бы она там, она в записи, потом с утра, когда она уже знает результат, уже говорит, я так посмотрю. Ребята мои уже спали, и сын Кирилл старше, 8 лет, он проснулся утром, включил, посмотрел сам. Знаете, перед тем, как мы подписали контракт с Джошуа, ну там уже были разговоры, я лежал у него в комнате, мы что-то разговаривали, и он говорит, слушай, ты с Энтони Джошуа, да, будешь боксировать? Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, да у нас там в школе разговаривают об этом, вот там в интернете пишут, да. Я говорю, ну, я думаю, что да, наверное. Он так, не, ну ты выиграешь. Ну, то есть, а что, да, ну, как бы, сын скажет отцу. Я говорю, а что мне нужно сделать для этого? Он говорит, пап, тебе нужно очень сильно потрудиться. 8 лет, комар, ты вообще откуда знаешь, что мне надо делать? Да, и он очень четко, он говорит, пап, тебе надо очень сильно потрудиться, ну, вот, то, что мы и сделали. Михаил, я не знаю, кстати, Мишенька смотрел, не смотрел, он просто у нас босс. Ну, я думаю, что смотрел. Как я к этому отношусь? А как ты к этому отнесешься, если интернет, общение в школе, они об этом разговаривают, они это видят, то есть у них, ну, у них есть гаджеты, они как бы могут записать там и это посмотреть. Как я к этому отношусь? Я нормально к этому отношусь, но мы общаемся по этому поводу. Я знаю, что они, ну, они очень переживают, как бы не хотелось бы, конечно, чтобы они переживали, но это часть жизни, мы никуда от этого не денемся. Я говорю, что это вот, ну, это часть моей жизни, это моя работа, тем, чем я на данный момент занимаюсь. Так что будьте к этому причастны. До речі, дякуємо за запитання про дітей. Олександра їх троє. Наскільки знаю, він сам їх забирає зі школи. Тому давайте 2-3 запитання. Я так розумію, Саші вже час буде їхати. Саш, міжнародне знову запитання з Білорусі. Чи бував ти там і чи товаришуєш з кимось зі світу боксу? В Білорусі не був ні разу. А, точно, був в аеропорту. Дютіфрін не рахується, ні? А, дютіфрін не рахується. Да, есть товарищи, с которыми боксировал, по аматорам боксировал, есть знакомые, с которыми общаемся. Какие питания там? Чи знакомый с кем-то из свиту бокса? Да, вот, из свиту бокса. Белорусского бокса? Профессионалов я, ну да, с боксерами знаком, есть общение в переписках, по телефону. Есть такой парень Сергей Корнеев, я с ним пару раз боксировал, то есть, ну, есть общение, там, переписываемся, созваниваемся. Так, давайте 2-3 запитания и отпускаем Александра. А вообще их много, этих запитаний вообще залишилось? А, да? Прошу. Александр, здравствуйте, поздравляю с победой. И после боя вы сделали подарок Илону Маску, подарили токен, костюм. Как возникла такая идея и что связывает вас с этим бизнесменом? С Илоном? Да. Ну, связывает, уже гулка, связывает любовь к космосу, наверное. Да, я сделал подарок. У нас сотрудничаю с компанией JackZ. Есть, вы видели мою накидку, да, в которой я выходил, то есть это скоро станет, ну, больше доступно, и это может приобрести. У нас будет коллаборация с этой компанией по вещам, и, ну, решили вот сделать такой подарок Илону. Пускай ходит. У него просто такой нету, а теперь у него такая будет от нас.
И вы знаете, у нас в Украине очень много талантливых людей, талантливейших людей вот в разной сфере деятельности, о которых мы даже не знаем, а потом мы где-то их там видим по телевизору, а он уже представляет, там где-то там поехал, непонятно, очень далеко куда-то поехал и там сделал какой-то стартап, который стал всемирно известным. А оказывается, он где-то под Киевом жил там, или где-то на части Украины. А? Да нет, я сейчас не за Илона, я говорю за людей, которые... Очень у нас много талантливых людей, я говорю. И они будут продолжать расти у нас, талантливые люди. Так что Илону привет. Давайте останнє запитання от з дальніх рядів. Олександре, дякую вам за перемогу. І питання як до вболівальника. За вас вболівала вся Україна, так? А чи ви вболівальник? І за який вид спорту ви особисто можете не доспана ніч, коли навіть режим? От за що і за кого вболіваєте? Тому що навіть багато спортсменів було присутньо українських, які прийшли для того, щоб повболівати за Олександра Усіка. До речі, от можу додати, у нас сьогодні Шахтар-Інтер, так? Завтра Баварія-Динамо. Обидва українські клуби, в принципі, як ти, перед своїм поєдинком з Ентоні Джошуа, андердог у нас, Олександр Володимирович, присутній вже як тренер національної збірної. Багато футболістів, знаєш, що говорили після того поєдинку, що перш за все характер. Що ти можеш їм порадити, чи будеш ти дивитися ці матчі, тому що я так розумію, натяк був якраз на футбол і на ці два матчі, і як уважно Олександр Володимирович тебе слухає, можливо, когось порадиш в збірну. Навряд чи послухають, але порадити можна. Ви знаєте, я да, я от коли зборна зараз грала, ми прям от дуже сильно всією сім'єю внимательно смотрели за этими матчами, переживали. Дети не спали, носились, бегали. У меня старший сын занимается футболом, и вот он так очень активненько болел. Супруга там записывала всякие сторисы и все остальное. Я за все виды спорта болею, которые у нас есть в Украине, и поддерживаю этих ребят, потому что я знаю, чего это стоит, как это нелегко. Понятно, что кто-то может сказать, там, они там столько-то зарабатывают, что за что им платят. Попробуйте. Хоть раз попробуйте просто регулярно на протяжении 21 дня просто вставать в 6 утра. Просто вставать и застилать кровать. Не просто встал и пошел, а даже застелить кровать. Никто этого не пробует. Просто многие пытаются осудить за какие-то действия и все остальное. То есть, ну, спортсмены, такие люди, они очень сильно и много в чем себя ограничивают. И, блин, я знаю, чего это стоит. Я знаю, сколько это усилий нужно для этого делать. Так что я за любой вид спорта болею очень... трепетно, переживаю, может быть, там не показываю еще что, но очень бы хотелось, как можно больше наших спортсменов выходили на высокий уровень. Вернемся к играм Лиги Чемпионов. Да. Динамо. Да. Я болею за этот клуб очень давно, еще ну, мой папа за него болел. Я помню, что когда я еще был, я не помню, лет 13 мне было, наверное. Я еще не ходил в бокс, я еще занимался футболом, играл в Таврии. И Динамо, это мне кажется 2002 или 2001 год, Динамо Киев приехала в Симферополь и проиграла Таврии. Вы представляете, как мы вообще... Но момент какой, вы представляете, я именно пришел, я болею за Динамо, играю в Таврии, я болею за Динамо. И молча, вот, типа, за вот это, когда Динамо проиграло, типа, они все ликуют, а я думаю, что вы радуетесь вообще, блин. Ну вот, конечно, я буду болеть за Динамо, но у меня есть такой маленькая работа, которую надо провести. Мой сын болеет за другой клуб. Клуб, за который он болеет? Шахтер. Да, и мне придется пойти с сыном как бы на один матч, а потом самому на другой.
Нет, шутка, со мной тоже пойдет. И, вы знаете, я ни в коем случае не пытаюсь как-то там переубедить его в чем-то. Он просто еще маленький, он вырастет и поменяет свое мнение, возможно. Но то, что у него есть свое мнение в том, что он любит, и в том, что, в то, что он поддерживает, это очень круто. Саш, порадь, вот останнє, порадь щось нашим футболістам сьогодні-завтра, що робити проти от таких клубів? Як зустрічати, як проводити всі футбольні раунди? Блін, тому що проти Інтера і Вовчик, Баварії... Братику, я що, радник? Хай мене візьмуть радником. Надо пахати, умирати надо. Прям очень сильно. Чтобы выигрывать топ-клубы. Надо до конца играть, бежать, я не знаю, грызть. Упал, встал, побежал. До конца, до конца. Если вот тут не добежал, то все. Можно далее набить. Не, надо прям вообще вот до конца, очень до конца. Сань, скажи, что, чем отличается боксер от футболиста? Да, это я вообще... Когда в футболе падают на поле, было-было, даже если там не было, он кричит «было-было», а в боксе падают, встают и говорят «не было». Що, друзі, дякуємо за ваші запитання. Не всім вдалося сьогодні поставити свої запитання. Дякуємо Парімач. Ми обіцяємо це робити трошечки частіше. Дякуємо всім. Дорогі друзі, всім спасибо. Парімач, спасибо за великолепну прес-конференцію. Дальше більше будемо трудитися. Вам всім присутствующим благодарність за підтримку і за ваші переживання. Всім добра. Всім добра і мікрофона. Неподільний край наш, віче так рішило.